Ну вот мужчины так бывает, что это же, понимаете, для мужчины ответственность, вот семья, это для него тяжесть жизни. То есть он как почувствовал эту тяжесть, что надо теперь впахиваться, включаться в жизнь. Но испугался, не смог. Слабый человек. Все, забудьте про него. Он может только через 3 года созреет для семьи. У вас будет хороший человек, ответственный, серьезный муж. Вы сейчас с ним отработали, с этим человеком, свою судьбу. А дальше Бог вам даст лучшее.